Новиночка от Within Temptation. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Название в чате. Вот на такой музыке я вырос. Вот это прям мое. Видеоряд нахуй не нужен. Слушайте, ну, первое, ну, во-первых, я люблю Within Temptation в принципе. Это музыка, под которую я рос. Вот это тот случай, когда хорошо, что они не меняются. Вот, вот я как на этом вырос, я вот так это с удовольствием и слушаю. Но здесь хочется отметить то, что это совместная песня двух артистов, ну, как бы группы и артиста, как я понял, но они звучат абсолютно как одна группа. То есть идеально слажено, все на своих местах. Нет ощущения, что вот, типа, один исполнитель, а вот другой, и они как-то срощены между собой. Нет, это звучит как полноценная песня одной полноценной группы, как будто эти люди вместе уже 5 альбомов записали. Они идеально друг друга как бы понимают и чувствуют в исполнительском плане. Все на своих местах. Вот как будто этот парень там был все время. Да, я тоже изначально подумал, что это фит с другим Ермаком, и у меня такой, у меня внутри все сжалось, потому что я не могу переваривать рэп Ермака, это, этим пытать людей можно. Но нет, это прям... Вау. Нет, вот это то, что я люблю, вот это прям мне. Видеоряд гораздо слабее аудиоряда, понятно, что тут бюджета не было и снимали как придется, но... Видеоряд здесь что есть, что не было на самом деле.
А вот химия между вот этим Алекс Ермак и, собственно, Within Temptation, химия отличная. Для меня это такой телепорт в мои подростковые года, мне снова там 16 лет, и, ну, вот когда я слушал такую музыку активно. Клип в Киеве снят, ну, как минимум, некоторые части этого клипа, да, явно, может быть, не весь.